А под Житомиром активисты, в том числе запрещенного в России за экстремизм правого сектора, попытались остановить крестный ход, который направляется в Киев с молитвой о прекращении войны. Полсотни националистов преградили путь нескольким тысячам верующих, которые идут с запада страны навстречу другой колонии из Донбасса. Но уже вскоре отступили. Накануне примерно то же происходило в Полтавской области. Там разгореться конфликту не дала полиция. Крестный ход проводит Украинская православная церковь Московского патриархата. После встречи в Киеве 27 и 28 июля состоятся торжественные службы в главном монастыре Украины Киево-Печерской лавре.